Когда зимние каникулы не только у детей, но и у взрослых, появляется множество вариантов отдохнуть всей семьей и приобщиться к прекрасному. Учреждения культуры Щелковского района гостеприимно распахнули свои двери для посетителей. Глава района Алексей Валов убедился в этом лично. В частности, в художественной галерее в эти дни работает персональная выставка местного художника Станислава Бабюка, а также ежедневно проводятся мастер-классы на самые разные темы. В Краеведческом музее можно познакомиться, кто еще не успел, с интересной выставкой костюма русского севера. Православный мир готовится к одному из главных праздников – Рождества Христова. В Щелковском районе 25 храмов, куда прихожане пойдут, уже с вечера 6 января. С уважением относиться к чувствам верующих должны и службы, ответственные за благоустройство. В канун праздника Алексей Валов проверил, как приводятся в порядок подъездные пути и подходы к православным храмам. На данный момент особых замечаний нет. Работа все-таки проделана большой, но была благовременная, соответственно, много недостатков было устранено. Поэтому на данный момент обстановка не в порядке. Там, где отдельные нарушения все-таки были выявлены, ответственным службам даны дополнительные указания по устранению замечаний в кратчайшие сроки. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».